Я ему сейчас скажу, поставь ногу ровно. Он должен ее подставить, видите? Подставил, вот у него все четыре ноги стоят ровно. За это я получу хорошую оценку. Сейчас я ему скажу, нам надо сделать 5 шагов назад. Раз, два, три, четыре, пять. То есть лошадь каждое движение свое согласует со мной. Форма – это светская одежда мужчины. Со старинных времен высокие сапоги, перчатки, бриджи. Нигде вот здесь посередине не должно быть швов, потому что они натирают, сразу стирают все в мясо. Поэтому все швы убраны наперед или назад, чтобы к седлу ты не касался швами. Ну и обязательно перчатки, потому что мозоли у меня не сходят с рук. Это вот здесь и вот здесь, то есть где у тебя зажат повод. Но бывает, что лошадь тянет так, что ты разжимаешь руку, а у тебя синяки от того, что ты держал так крепко. Шпоры тоже обязательный элемент. Всегда после старта подходит судья и проверяет момент крутящегося колеса. Это значит, что шпора мягкая. Если колесо будет закреплено намертво, можно пробить лошади бок. Поэтому это запрещено. Я ласково его называю всегда Иксик. По мировым меркам сейчас это считается одна из самых талантливых лошадей мира. Лошадь такого уровня отличается одним – мозгами. Даже выбрав идеальную лошадь, идеальную по строению, ты только года через 3-4, работая с ней, понимаешь, может она стать академиком или нет. То есть 4 года ты трудишься в темную. Я даже всегда прихожу за 2 часа до старта, беру стульчик, сажусь к нему и читаю книгу. Он слушает мой монотонный голос и начинает морально успокаиваться. Это у нас прям процесс такой. Representing Russia now, she's chosen this 10-year-old gelding at Mr. X, Inessa Mokolova. Это очень важно. Должно казаться, что лошадь исполняет все упражнения сама. Всадник сидит и наслаждается жизнью, а лошадь сама все делает. За это получается хорошая оценка. Лошадь должна реагировать на малейшую команду. Она шевельнула пальцами, лошадь поворачивает голову. Чуть поддавила шенкелем, лошадь пошла в бок. Наклонила корпус, лошадь подставляет свое тело под корпус. Сейчас он в мировом олимпийском рейтинге 1. Это означает то, что у меня есть лицензия для участия в Олимпиаде. Судя по последним нашим стартам и по прогрессу, который показывает лошадь, увеличивая все время свои результаты, я буду очень надеяться, что мы будем бороться за медаль. Мы делаем все максимальное, чтобы получить медаль.